Хе-хе, еда пришла. Сначала приходит еда, потом приезжает Денис. Ну, открою без него, потому что мне нужно ставить в холодильник. Наша еда. Тут даже есть гамбургеры. Я заказала, по-моему. Да, есть такое дело. Все холодненькое. Прелестно. Итак, у нас рыбка с вами. У нас с вами вот такие гамбургеры. Вот такое мяско с вкусняшками. Вот такой у нас с вами салат свежий. Вот такое тоже мяско вкусненькое с маринованными, наверное, в духовке или где-то морковками. Всем привет! Здрасте. Сегодня мы будем с Денисом готовить гамбургеры. Бургер. Причем гамбургеры с мяском свинины. Вареным. Да, там вареное уже полуготовое есть такое. Ну, наподобие, знаете, как тушенка была раньше, только оно такое варененькое. Да, Короче, пожалуйста. подожди. Видите, там фриты еще, салатик, все такое. Прочитай, как называется. Burger pulled pork and cheddar. А что ты по-английски? Ой, ну здесь написано по-английски. Burger pulled pork cheddar. А, По-английски. точно. И что там еще дальше по-французски написано? С фритами patate douce. Фрит de patate douce и обычные фриты. А, то есть фриты будут картофельные и из пататы дус, то есть такая рыжая Да, и будет картошка. здесь соус из майонеза. Соус из майонеза. Да, соус из Понятно. майонеза. Здесь у нас patate douce, Угу. картошка, паприка, А подожди, лук. мы сейчас покажем ингредиенты. Так, Так, посмотрим. patate douce. Вот она, патат дус, вот Прямо как это. на фотке. Такая же, да, точно. Смотри, мама, смотри. Ага, точно такая же. Картошка. Угу. Паприка. Паприка у нас какая? Это у нас барбекю. Вот. Паприка. Паприка. Будет. Паприка. Унимужен. Желтый Прям тоже лук. как на фотке. Да. Вот это мясо вареное. Мяско вареное, да, свинина. Барбекю, ну вот, как барбекю, ну, короче. Да. Приправа барбекю. Хлеб бургерный. Хлебушек такой с посыпкой семечковой. Майонез. Вот Майонез. сколько его. Ага. Чеддер. И чеддер. Все, да? И салат должен быть. А, салат сейчас достанем. Там у нас был салат такой, который они в пакетике положили, но он свеженько выглядит так хорошо. У меня еще есть салат, который я, как вы помните, приобрела за 1 евро целую коробку. Несколько там было салатов таких. И он в нормальном состоянии, то есть я его хочу использовать его, да, сначала, а потом уже тот салат, который дали сюда, короче. Вот вы поняли, да? Итак, начинаем. Первое, что мы сделаем, Денис. Это Подожди, первое, это ты проверишь все эти ингредиенты, прочитаешь как следует на предмет червячков или сушеных каких-то крылышек там и так далее. здесь Потому что очень похоже, что это есть. нужно отслеживать, друзья. Это нужно отслеживать. Так, Денис Здесь углубился в есть. чтение. Здесь есть, кстати, рыба тоже. И рыба там тоже Да. есть? Да ладно. Яйца есть. Да ладно. Не может быть такое. Там же свинина это. Viande de porc, arôme naturel, sel poivre blanc, Соль, origine du перец. porc France, fabriqué dans le matériel, utilise les œufs poissons Ну et да, это moutarde. чтобы это кормить, чтобы их. Это кормить, их кормили и А, яйцами. fabriqué dans un matériel qui utilise, да, хорошо. Да. Так, Так, Денис читает этапы, я пошла делать... чистить вот это. Первое, делать фриты. Да, и мы будем нарезать фриты вот эти. Давай я пока... Ты нарезать будешь из этой картошки. Я сейчас ее помою, и не надо чистить. Ее можно так нарезать. Не, давай я буду... Так, вот я почистила. Вот картошку мы не чистим. Знаете, как в Макдональдс тоже есть такие картошки. Порежь, знаешь как? Вот так пополам, а Да. потом просто еще пополам. Да, Потому я что вот смотрю. это более твердое, оно будет дольше готовиться. Сделаем, как в Макдональдс такие картошки. Да, это так и нужно делать. Да, пополам и пополам. Как хорошо вдвоем готовить. Я включила духовку, пока Денис нарезает, аккуратнее, ладно? И мы кладем их на такую салфетку, на которую обмакиваем, чтобы лишнее там уходило. И потом польем уже на противне, на этой бумаге, польем их оливковым маслом, посыпем солькой и поперчим.
Дальше нам нужно сделать карамелизированный лук. Нет, ну, лук я порежу. Нам сахар не нужен, я считал. Нет, сахар не нужен, просто он когда жарится, это сам по себе он карамелизируется. Да, там нужно будет это, на одного человека нужно пол столовой ложки бальзамического. Уксуса. Ну да, уксуса. А, ну да, он такой сладковатый немножко, это бальзамический, все правильно. А вот такие лук... нормально? Нет, еще. Делай их практически одинаково, чтобы они прожарились. А, ну, лук это я сама порежу, потому что Денис не хочет лук резать, да? А лук надо резать вот так. В очках. Да. Блин, какой-то нож я не тот взяла. Все, я это порезала, смотри. Молодец. Вот это нужно промокнуть теперь вот так салфеткой. Ну, короче, вот так вот делаешь? Да, да, да. Осторожно, чтобы не падало. И вот сюда на бумагу клади. Давай я тебе поставлю противень. Сюда раз, и ты сюда выкладывай. С одной стороны вот здесь вот картошечки примерно, а с другой потом порежем. Картошки много. Знаешь, соломкой порежешь, но мы сейчас возьмем вот эту, вот так отрежешь. Мама, и вот может так. Я использую то, что мы купили в интернете, там есть штука не, не, мне слишком много мыть это. Вот так и вот так вот отрезаешь, потом переворачиваешь на другую сторону, режешь их вот так полосками, ну толщиной там в сантиметр там примерно. Мыть, пожалуйста. А потом это. Mm-hmm. Нет, нет, снова. Не надо мне лишнего, мы и так с тобой запоздали чуть-чуть с едой, поэтому... Ну да, сейчас уже 12:36. О, как у меня полголовы тут видно, короче. Так, лучочек-чик, лучочек-чик. Блин, ну то, что, я, что умнее, это попадает в брызги. Ты мне знаешь, что прочитаю лучше? Как его карамелизировать, что там говорят, надо делать? Там нужно его пожарить, добавить... Нет, прочитай, как там написано. Мам, прям я, четко. Я уже читал. Ну и что? Там написано, что нужно будет добавить масло вот этого. Оливкового. Нет, подсолнечного. Подсолнечного? Ну да, вот эти вот, которые в холодильнике у нас. Подсолнечный холодильник не кладут никогда. Да. Сливочное? Да, сливочное. Карамелизировать лук со сливочным маслом? Ну там маслом? Написано добавить сливочное. Может, не надо? А может, ты прочитаешь как следует? А может быть, я правильно прочитал, там написано? Ты давай так со мной, во-первых, не разговаривай, во-вторых, я сейчас прочитаю. Ну, читай, читай. Все правильно, нужно зажечь сковородочку и положить на нее чуть-чуть масла сливочного. Когда оно будет растоплено, тогда сюда бросить лук и поджарить чуть-чуть. Потом туда добавить винегр, то есть это бальзамический уксус. Ну, любой уксус винегр называется, а бальзамический бальзамик. И уже тогда закрыть крышечкой и дать ему потомиться. Начинаем. Так, здесь растапливается масло, у нас порезанный лук. У нас уже готово вот это вот. Духовка разогрелась. Денис сейчас еще дорезает еще одну картошку. Три. Но мне хочется еще побольше вот этого. А мне нет. Половику. Так, здесь нужно паприку. Вот такой. Вот половину. Так, половина ложечки на человека. Да. Паприка с дымком нужно посыпать здесь. Ну, посыпь аккуратненько. Так, картошка у нас в духовке. Здесь у нас лук карамелизуется с бальзамическим уксусом. Здесь нужно тоже чуть-чуть масла на сковородочку. Так, и теперь нам нужно вот это мясо туда плюхнуть, где разогрелось у нас сливочное масло. Короче, на картошку, оказывается, мы паприку высыпали, а вот которая со вкусом барбекю, это на мясо. Вот эту специю. Вообще-то я тебе говорю, но... А, это специя барбекю. Прочитаешь ее состав, пожалуйста? Состав... Так, что там за состав, Деня? Так, какой там состав, Денис? Перчик. Да. Паприка. Ага. Перец. Ну, перец острый, перец сладкий, так. Сушеный, наверное. Фибра. Здесь у нас готово. Вегетарианская фибра. Ага. Оньон роти. Лук запеченный. Соль. Соль. Марин. Морская. Да, сэрмага. Тим. Тимьян. Айфи. Этот. Жареный чеснок.
Ауна человек-пудра, чили. И чили, пудра. Так, у нас еще есть хлеб, мы его достали оттуда, он посыпан семечками какими-то. Сейчас нам наша задача порезать это на половинки. И мы дождемся, когда будет готова уже картошка. Ну, или там прям вот она за одну минуту, да? И что там нужно с ним сделать, с этим порезанным? С чем порезанным? Хлебом. Посыпать, наверное, сыром, нет? Нет, в духовку. Его, короче, в духовку, да? Да. Потом положить мясо, лук, сыр. Подожди, сначала хлеб просто нужно отдельно в духовку. Обычный. Хорошо. Вообще. Пока мы помоем листья салата. Очень вкусный хлеб от Hello Fresh, вот этот. Ну, я понюхала его, он очень вкусно пахнет, но я помню, какой он вкусный был. И сейчас я вам прочитаю, что там входит. Ну, вот, как бы, бле, это значит пшеница. Ой, не смотрите на мой бардак на кухне, как обычно. Пшеница, значит, дальше. Там еще сверху мак посыпан. Мак, милет, не знаю, что такое, лен коричневый. Лен желтый, там вода входит, соль и дрожжи. Все. Написано прямо вот так вот. Французская мука. Так, у нас уже почти готова картошка. И сейчас я засунула туда эти хлебушки. 2-3 минуты. После этого, Денис тут вычитал. В общем, очень интересно получается. Кстати, ты не сделал соус еще, заправку для салата. Нет, там просто... Там просто листья салата без заправки? Нет, заправку сделаю, пожалуйста, я не хочу. Ладно, сделаю. Так вот, сейчас я положила на 2-3 минуты туда булочки эти. Когда они станут теплые, то мы положим сверху лук. Да, Денис? Да. А, нет. Нужно немножечко помазать майонезом. Потом сверху положить лук и сверху посыпать сыр чеддер. И снова их поставить в духовку уже на 1-3 минуты. Чтобы оно там расплавилось немножко. А потом сразу раз собирать гамбургеры. А мясо надо туда класть? Чего? Мясо тоже туда класть надо? Да. А, во. Короче, нужно все класть туда. То есть, такими слоями майонез. Потом нужно положить... Кроме верхнего хлеба. Вот этот вот лук, вот это мяско и чеддер. Вот так вот. Да, потом собираем. Текс, смотрите, вот, значит, майонез, потом лук вот этот, потом вот это вот мяско кладу, сейчас еще вот здесь вот мяско сложу, вот это все сложу и сверху посыплю сыром. Вот таким вот образом. Даже еще сыр остался. Но я не знаю, его сыпать, не сыпать, потому что он ссыпается с этих. И ставлю вот это в духовку, чтобы сыр чуть-чуть приспарился, растопился. Вот так у нас все готово. Вкусняшки. И здесь тоже все готово. Сейчас мы будем соединять бутеры. Кстати, внутрь я тоже положу лист салата. Будет красиво. Посредине бутерброда этого. На картинке у нас, конечно, выглядит все очень сочно. У меня есть такая ардуаза. Почему я на нее не положила, кстати? Можно было на нее положить. У меня есть ардуаза. Положи. Да ладно, уже сложила. И вот наши гамбургеры. Но они пропеклись. Это просто здесь так показано, что прям вот сильно такой жареный хлеб. Но здесь видно, что он пропеченный. И салатик просто у нас отдельно в тарелочке стоит. Приятного аппетита. А внутрь я положила тоже листик салата. Приятного аппетита. Что за звук я слышала? Такое вкусно? Прям вкус, как в Макдональдсе в Бургер Кинге. Прям ты сейчас почувствуешь. Безобразник. Нет, у меня вкуснее. И моя порцаечка. О, как вкусно. О, как вкусно. Смотрите. Вау. Всем приятного. Денис тут за обе щеки, понимаешь. Не надо так открывать-то. Ты их бери вместе, так ешь. Просто. Вкусно, да? Сейчас на ваших глазах. Будем пробовать бургер, ничего. Какая прелестная штучка. Чувствуется, как Макдональдс, нет? Это очень вкусно. Даже ты не пробовала бургер. Это очень вкусно. Это обалденно. А картошечка с этой посыпкой?
Все. Улет. Деня, как тебе? Нормально. Нормально или вкуснейшее? 8.5 из 10. Почему? Не хватает соли. А. Неправда. Ну, ты считай, как хочешь, я считаю так. Был у отца неделю. Наверняка там сильно пересаливали. Смотри, я солила. Это мясо было само по себе подсоленное. Я солила лук. Я солила картошку, которая в духовке была. Так что соли тут хватает. А в самом бургере, между прочим, вот этот соленый лук, как бы. И сыр. Тоже соленоватый чеддер. Кстати, майонез оказался от Hello Fresh очень вкусный. Похожий очень на наш майонез, на русский. Оп. Друзья, кто еще не подписался на Hello Fresh, у вас там всякие няшки интересные есть. И еще, кстати, у меня есть, остались бесплатные корзины. 3, по-моему, осталось. На Hello Fresh, поэтому, если кому-то нужна бесплатная корзина, ну, то есть бесплатная еда, короче, пишите мне на mail, указанный в описании. Очень вкусно, но много.